Не танцуйте сегодня, не пойте, в предвечерний задумчивый час. Молчаливо у окон постойте, вспомните погибших за нас. Там, в толпе, средь любимых и влюбленных, средь веселых и крепких ребят, чьи-то тени в пилотках зеленых на окраины молча спешат. Им нельзя задержаться, остаться. Их берет этот день навсегда. На путях сортировочных станций им разлуку трубят поезда. Анастасия Матвеева, руководитель организации «Молодая гвардия» по Ленинскому городскому округу, рассказала, что волонтеры с радостью откликнулись на предложение принять участие в акции «Стихи живут». Выучить и прочитать стихотворение Владимира Шефнера 22 июня – это прекрасная возможность узнать о непростом периоде нашей истории. 22 июня – это особенная дата. И молодежь должна помнить и знать, чтить своих героев. Стихотворение очень сильное. Ребята с удовольствием согласились принять участие. Было много желающих, но выбрали только несколько. Волонтер Вероника Цыплакова – многодетная мама. Она рассказывает, что свободного времени немного, но очень хочется помочь тем, кому нужна поддержка. В период пандемии Вероника помогала с раздачей продуктовых наборов для нуждающих семей и пенсионеров. Весь мир, да, погрузился в период карантина, самоизоляции, но 22 июня – это дата, которая связана с войной. Это еще более тяжелое и трудное время для всех. Было, да, вот. И поэтому как бы мы не смогли обойти эту дату стороной. Волонтеры надеются, что произведение в их исполнении найдет отклик в сердце каждого молодого слушателя. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ.